Друзья, подводим итоги матча Юпитер 19 район. 19 район одерживает непростую, но очень хорошую победу. Сергей Медведев, Борис Тихонов. Борис, вопрос, наверное, вам. Юпитер традиционно непростая команда для вас, но тем не менее, сегодня считаю, что вот за исключением концовки смотрелись очень здорово. С чем это связано? Да и вообще 19 район во втором круге – это просто другая команда. Приятно смотреть, приятно комментировать. С чем такое преображение вообще связано? И что сегодня по игре сделали? Какие, может быть, как Юпитеру подготовились? Спасибо большое за поздравления. Спасибо большое Юпитеру за игру. Очень достойная игра. Мы, можно так сказать, как дружественные команды, настраиваемся друг на друга по-особому, потому что не как соперники. На Юпитер настраиваются все команды очень на дерзкую игру какую-то, да, а мы настраиваемся еще больше, потому что это наши друзья, мы все друг друга знаем. Вот, поэтому, в принципе, настраивать парней не надо было, они были настроены, заряжены. Нам сегодня повезло то, что ребята все подъехали, новенькие ребята подъехали, да, были заменки, поэтому, в принципе, игра удалась, я считаю. Были пару моментов у наших ворот, но считаю, что по игре, в принципе, возможно, да, кроме концовочки 15-10 минут, да, в принципе, смотрелись очень довольно-таки достойно. Ну вот, а то, что почему преобразились в втором круге, потому что, наверное, зимой первый раз поиграли в межсезонье, и как-то так получилось, переложилось, выиграли кубок какой-то, ну, такой, и все, переложилось, получается сюда. Поверили в себя? Ну да, конечно, дух победителя это должен быть у команды, что команда должна знать, что они могут выигрывать. Поэтому, в принципе, получилось вот так вот, со всеми играем, пытаемся. Ну, кроме золотого. Золотой – это, конечно, бог футбола 8-8 здесь у нас. Сергей, что с Юпитером? Команда реально долго-долго не просыпалась, и основные даже подсказки со скамейки от Ивана звучали, что давайте играть, давайте просыпаться, времени еще много. Но Юпитер, правда, сегодня был какой-то другой, какой-то обычный, да, не тот Юпитер, который с драйвом, с азартом, с желанием летит, с каждой командой бьется. Я не узнал вас сегодня. Пользуясь случаем, поздравляю 19-й район. Вы молодцы, ребята. Боролись, бились. Ну, сегодня, наверное, скорее всего, нас подвела, да и как всегда обычно, это первое, это концентрация, нерешение наших моментов голевых, хотя их было минимально, но они были. И, естественно, наверное, что-то коллективная какая-то игра. Все-таки она нас подводит в последнее время. Мы не можем понимать друг друга на поле. К сожалению, это обидно, досадно. Но мы будем идти дальше и стремиться к этому. Насколько отсутствие наставника у Бровки, который, ну, как иногда бывает, даже провоцирует игроков, да, там вступает с ними в конфликты разные словесные, но, тем не менее, иногда повышает адреналин у ребят. Насколько его не хватало сегодня? Потому что такое ощущение, что Ванины крики, они вообще тонули в этом вот теплом воздухе и не доходили до команды. Так, ну, сегодня, конечно, нам его не хватает. Естественно, в любом случае, всегда есть положительный настрой его, всегда есть положительные эмоции. Мы это понимаем. К сожалению, сейчас так, и мы вынуждены играть так. Сейчас замещал Никита Ярославцев, спасибо ему огромное за это. Вот. Но, конечно, нам его не хватает, естественно. Бывают точечные подсказы, уверенные точные замены. К сожалению, вот сегодня так. Борис, вопрос такой. В конце, когда нужно было вроде бы уже, да, там, подсесть, удержать счет, хотя команда, да, в принципе, опустилась, замены, да, произошли. Например, тот же Коновалов с поля ушел, его в концовке не было. То есть состав в концовке был такой с достаточным креном на атаку. То есть был там и Овсяников на площадке, и Пантрягин, и Осипов. Хотя вроде бы, может быть, наоборот, нужно было там одного Пантрягина оставить и выпустить больше игроков оборонительного плана. Верили в то, что убежите в контратаку и забьете третий мяч, который снимет вопросы? Или, может быть, это просто ротация игровая к такому привела? Ну, просто ротация на самом-то деле, потому что Серега Коновалов попросил заменку подышать. Мы ему дали подышать, потом видим, что Землев... Рома пошел на столба у Юпитера, выпустили сразу же Серегу против него, да, и, в принципе, получилось все правильно, потому что ребята с Юпитера бы сейчас полезли, может быть, и Ромка-то, и там Саня Осипов, или тот же самый Ваня могли бы убежать и, в принципе, решить. Вот, пустили в конце, конечно, было ажиотажно, немного волнительно, но, не знаю... В принципе, я думаю, все по игре, я не хочу обидеть соперника, потому что мы дружим. Я вижу, что по игре. Непосредственно хотел бы сказать, нельзя говорить про судейство, но я не знаю чего. Вот я сейчас только узнал, что Ваню дали там 3 матча, я не знаю за что, я не знаю, вообще не слышал за что. Вообще никогда этого не видел, за что 3 матча, за что дали. Судья тоже какой-то, ну не знаю, я про судейство никогда не говорю, но это Алис, я не знаю, я не могу это ничего сказать. Карточки
то дает, то не дает. Непоследовательно как-то, я считаю. В одну сторону одно, а в другую сторону другое. Что и в нашу сторону, что и в сторону Юпитера. Я могу сказать, что и парни правильно говорили по поводу претензий к судье. Мы тоже высказывали, но судья — это такой футбол, что может пропускает, может быть, не знаю, в чем причина. Поэтому как-то... Но судейство не было предвзятым, да? Просто... Ни в коем случае предвзятого. Я надеюсь, что предвзятости никакой не было. Я же не знаю, что у человека в голове. Но просто непонятно, где были какие-то решения, да? Непосредственно по поводу каких-то эпизодов. Аналогичные эпизоды, что у нас, что у Юпитера, то сначала в одну сторону, то сначала в другую. Но нету последовательности. Я не знаю. Хотя должна быть. Хотя говорят, что он профессионал. Я думаю, для него такой любительский футбол — это вот, ну, щемечки щелкать, чтобы судить. Поэтому, может быть, я не прав. Пускай судят. Хорошо, по поводу оставшихся игр, какая задача на концовку? Ставите какую-то или просто, там, не знаю, уже задел на следующий турнир создать? Я удивляюсь этим вопросом, просто две игры назад нас уже оставили в Суперлиге. Две игры проиграли, нам нужно выживать. Сегодня выиграли у Юпитера, мы опять остались в Суперлиге. Нет, выигрывать, только победа, потому что ничего не решено, в стыке мы тоже не хотим. Я уже говорил в прошлом интервью, что мы хотим оставаться начистую, поэтому переносить все это на новый сезон и давать бой каждой команде. Хорошо, Сергей, заключительный вопрос вам. Юпитер тоже какие задачи ставит? Есть ли уже мысли о том, чтобы как-то прииграться, да, кого-то, может быть, просмотреть? Потому что, в принципе, ну, середина таблички, да, там можно оказаться чуть выше, там пятое место, да, наверное, так максимально светит, можно там оказаться чуть ниже. Тем не менее, понятно, что, наверное, победа в каждой игре, как многие любят говорить. Но, может быть, уже стоит потратить остаток сезона, да, на то, чтобы кого-то нового в деле увидеть. Потому что, в принципе, народу приезжает много, и, наверное, на следующий сезон надо уже кем-то усиливаться. Ну, у нас новички появляются, они входят в команду, спасибо им огромное. Они действительно стараются, видно, что они пытаются помочь Юпитеру. Но следующие игры у нас все серьезные, с серьезными соперниками выше нас. Поэтому, скорее, ну, мы будем стараться навязать борьбу, стараться где-то разобрать свои ошибки, которые были в предыдущих матчах. И, естественно, будем бороться и еще раз бороться. Ну, согласны, что сегодня все-таки по делу 19-й район победу одержал? Да. Еще раз поздравляю с этим. Все, спасибо, друзья. Желаем Юпитеру набирать очки, ну, 19-му району. И желаем, естественно, продолжить свою хорошую такую игровую серию. Спасибо. Спасибо.